Андрей Андреевич, подскажите, Николаевская область и городок сейчас в оккупации. Орки уйдут сами или будут жестокие бои? Осталось имущество, не пострадает ли? Ваше имущество не пострадает, но бои будут. Нужно ли уезжать из Энергодара, Наталья? Нужно. Здравствуй, ученица. Как просмотреть мой человек в жизни или вижу только, что хочется? Тот, с кем сейчас общаетесь, можно общаться. Мира вам и всей семье вашей. Дякую. Спасибо за ответы, что вы отвечаете. Пожалуйста.